Мы живем в России. Вот наш флаг. А это герб. Россия – самая речная страна мира. Ведь у нас более 2 миллионов рек. Вот самая разнообразная и богатая река России – Амур. Она течет в Хабаровском крае. А по ее берегам живут нанайцы. Воды этого края снабжают жителей едой и одеждой. Раньше нанайцы жили в землянках, серомах, а амбары строили над землей, на высоких сваях. Так что звери и мыши при всем желании не могли туда забраться. А у нанайца была лестница. Домашняя утварь украшалась сложным орнаментом, который служил защитой от духов. А чтобы защитить своих детей, родители вешали на колыбельки обереги. Поэтому капризного ребенка всегда было видно по их количеству. И чтобы успокоить малыша, рассказывали сказки. И каждый из них как драгоценный камень-самоцвет. Случилось это не так давно, можно даже сказать, совсем недавно. Жила на опушке леса простая нанайская семья: папа, мама и маленький сын. Вот так и получилось, что остался жить Мерген у лесных зверей. Забот у них теперь прибавилось. Ребенка нужно кормить, поить, развлекать. Вырос Мерген сильный, здоровый. Теперь сам стал зверям помогать. Ухо, леда. Удивился Мерген, расстроился. У,
Это его взял. А куда все подевались? Что случилось-то? Так и взяли за горку. Тут рассказали зверю Мергену про нападение страшного великана. Эвона, какое дело. Надо идти, родителей выручать. Ну, долго Мерген не собирался, вещей у него не было, так налегке и пошел. Долго шел, решил привал устроить, отдохнуть. Только собрался перекусить, что-то такое. Чудище какое-то, нечисть болотная. Девицу украла, под мышкой тащит. Девица вырывается, кричит, на помощь зовет. Спасите, кричит, помогите. Ну что уставился, выручай давай. Видишь, пропадаю совсем. Счастлива девушка. Я, говорит, так вам благодарна, молодой человек, что готова стать вашей женой. Очень, говорит, вы мне понравились. Какую еще жену? Мне некогда мне жениться. Дело у меня есть. И рассказал Мерген девушке про родителей и про великана. А этого великана я знаю. Зовет он себя хозяином тайги. Сила у него страшная. Только когда биться с ним будешь, на небо посмотри. Я тебе помогу. Двинулся Мерген дальше и пришел на берег реки. Видит, лодка стоит. Хорошая лодка, годная. А это еще что? Ба! Щука в вершу попалась. Здоровенная и семейная. И говорящая. Куда, говорит мужчина, путь держите? Рассказал Мерген щуке, что ищет великана, который называет себя хозяином тайги, и о том, что он с этим хозяином сделает, когда найдет. Знаю я этого хозяина тайги, говорит щука, и про родителей твоих слышал. Отца твоего великан на дне речном цепью приковал, заставил всю рыбу для него пересчитать. А маму твою посадил в подземелье сеть плести. Много лет они света белого не видели. А за то, что ты мне помог, я покажу тебе дорогу к хозяину тайги. Так и поплыли. Щука впереди в воде скачет, а за ней Мерген в лодке веслом пошевеливает. Стоп, говорит щука, приехали. Сейчас проверю, как там твой отец. Порядок, он на месте. Погружение разрешаю. Не узнал сразу сына родного. Да ведь лет-то сколько прошло. Ну вот, совсем другое дело. И вот доплыли они до владений хозяина тайги. Спит великан, не проснулся еще. А вон в той пещере и держит хозяин тайги твою маму.
кричит надменный великан. Вот я, говорит, до тебя доберусь, узнаешь, каково с людьми связываться. Ба, утка летит, несет смерть великану. Лови, кричит, не оплошай. Ну, тут, конечно, все обрадовались. Еще бы, такое чудище одолели. А великана они потом починили. Подлатали, кое-где подкрасили. Только голову обратно приделывать не стали. Так где-то в тайге и лежит. Хороший вездеход получился. Так на нем домой и приехали. И до сих пор живут счастливы.